Смертельное ДТП произошло накануне в Хасавюрте. Экскаватор, за рулем которого был 23-летний местный житель, выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с приорой под управлением 25-летнего жителя Казбековского района. В результате погибла 53-летняя пассажирка легковушки. Пострадали также водитель и второй пассажир приоры. Они доставлены в ЦГБ Хасавюрта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.